Уважаемый Анатолий Батович, коллеги, рады приветствовать вас в Сочи. Как я понимаю, это ваш первый визит в Российскую Федерацию в качестве министра иностранных дел Республики Абхазия. И с вашим предшественником, господином Дауром Вадимовичем Кови, мы встречались в марте этого года. И сегодняшняя встреча подтверждает нашу нацеленность на интенсивные контакты, на согласование наших действий, поддержку тех договоренностей, которые достигнуты между нашими президентами по линии правительств. Все это очень важно для укрепления нашего двустороннего взаимодействия в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в сфере безопасности. И, конечно же, мы рассчитываем сегодня посмотреть на ситуацию в регионе, на нашу совместную деятельность на внешнеполитическом фронте. Отмечу, что у нас предстоят еще трехсторонние переговоры с нашим коллегой из Южной Осетии, которые мы, конечно, посвятим в основном работе женевских дискуссий и другим аспектам международной деятельности наших трех государств. Добро пожаловать еще раз. Благодарю. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, благодарим вас за возможность нашего сегодняшнего общения, за приглашение. Отношения между Абхазией и Россией развиваются динамично, поступательно. Они базируются на прочном фундаменте договорно-правовом. И это более 200 соглашений. Мы, как правило, выделяем соглашение 2008 года и соглашение 2014 года, которые как раз определяют стратегическое партнерство наше и союзничество. Мы очень благодарны руководству Российской Федерации за всеобъемлющую поддержку в контексте обеспечения безопасности Абхазии и социально-экономического развития. Рассчитываем сегодня обсудить все важные вопросы. Уверен, сегодняшняя встреча послужит дополнительным стимулом для укрепления наших отношений. Благодарю вас. Спасибо, коллеги.